на фьорд еду. Тихо, тихо. Куда он? Да. А смотри, а Волга погнал. Он, кстати, вообще без поворотов приехал.
скорость, что ли? Стой. Вызывай. Кого вызывай? А что же он так, обогнать стал? Да, сделал домик. Стой. ГАИ вызывай. Мама, телефон дай. Кому ГАИ вызывать? Вообще могли бы пустой конверт кинуть, прикинь? Да запросто. Бля, сдец. Нихуя. Сзади никто. А откуда он? Как это взялось? Хуй его знает. А? Вы работаете на таможне или? Ну, я конечно. Не работаете. А 1 июня у вас профессиональный проект. А 1 июня это у губернатора Никиты Белых Навальный работал на общественных началах. Личного кабинета не имел. Документы предприятия изучал по просьбе. Есть нахуй, ёбаный в рот, блядь. Ёбушка, да? Но. Ёб твою мать, блядь! Максим, а в какой пол лучше втыкать? Мужской или женский? Чтобы быстрее? Да, Антон, что ж ты кровожадный-то такой, а? А, это все после утопления у меня, извините. Вопросы, как... Хера себе, блядь. А вон, долбанули. Вон. Охереть. Так хорошо, что мы в этом ряду были. Пиздец. Пойдем посмотрим. Паша, у меня на лице что написано, что я совсем больна? Ох, ёб. Типа сейчас с тобой работаем, и прежде мне были. И попала там Алёш, теперь надо попарковать. Это надолго. Обязательно приеду на Европлюс Лайф 13 июля. Нифига себе. Нужники, выходи. В нашем клубе анонимных интернетчиков. Твою мать! Я как-то вышла один раз из
женщина. Твою мать! Да ёлки ж палки! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что ж вы делаете-то, а? В нах же, блядь, налево только, направо только, ёлки-палки. Бараниха, ебать ту Люсю. Дебил.
мать. Да чего я буду делать, блядь? Примерно в 500 метрах оттуда расположен общий центральный офис ГАИ России. Ну, хоть бы там, в радиусе, там, 500 метров. Наверное, ключ. Да. Наведите порядок, ребята. Вот интересно, у здания Министерства внутренних дел залеплены номера есть, нет? Ну, это так, это... Вы знаете... Мы с вами договорились. Это клиенты ФСБ, это не сотрудники госбезопасности. Вы знаете, я когда-то работал в одной... Через какого дня? Ёб твою мать, блядь! Вот эта тема! Ёб твою мать, блядь! Кто войной повязан или зоною, и слезы горькие у всех, кто ждет. Куда? О, бля. Ваня, что там, ну что, тишина? Ну ты куда летишь? Ну ёпарасоте, Никита. Ждены от службы финской армии, говорят они по-шведски, да? Но в случае проживания вне Аландских островов, в течение 5 лет этот иммунитет от армии утрачен. О! Ой, блин! Yeah!
Хорошо.留在这里，等下一批新人。干，凭什么？干！有大概200多个学生去送到，那因为现场的警力不够，所以呢，他们就挡不住。Блять, ебанутая сука! Кобыла, блять! Ты чё вообще охуела, блять? Ебай мать! Саня, блядь! Ого! Как
чудное, диво дивное. Нам повезло. Пиздец.
Мы уже наконец мы переехали на противоположную сторону, там долго какими-то переулками ехали и выехали в конце концов. Ой, блин. Ай-ай-ай-ай-ай. Прикольно. Вот. Смотри, пожалуйста, ну там, блядь, КамАЗ, ебать. И-ха! Мы делаем новости. В российской столице 8 часов утра. Большой ежегодный сольный концерт. Класс, ты блин, низком.
нормально.